Вопрос детской площадки во дворе дома номер 4 по улице Матросова для многих родителей давно стал головной болью. Площадка не обновлялась уже несколько лет. Горка покрылась ржавчиной, а к старой песочнице вообще страшно подходить. И вот похоже, что этому двору повезло, и он вошел в областную программу комплексного благоустройства территории. Но в кратчайшие сроки провести замену детской площадки на современный детский городок с безопасным резиновым покрытием не получится. Нам обещают новую площадку уже по проекту. Там у нас есть несколько вариантов. Вот. Площадка будет совершенно новая. Проект уже есть в электронном виде. Сейчас будем смотреть, позволит ли коммуникации сделать то, что хотели бы сделать максимально. Все только от этого зависит, потому что много здесь проходит и водоканалы, и электросеть. А так администрация готова помочь. В принципе, только если согласует, нам площадка будет новая здесь стоять. Представители МБУ благоустройства уже не первый раз встречаются с местными активистами, чтобы определить место для детской площадки. В этом дворе еще предусмотрено асфальтирование дороги. Мы уже с этой площадкой занимаемся давно, и мы неоднократно жители предупреждали, что здесь проходят подземные коммуникации, и на данный момент по поводу этих коммуникаций проходит согласование с ресурсоснабжающими организациями. При согласовании будет уже рассматриваться вопрос об устройстве площадки новой по губернаторской программе «Наше Подмосковье». На улице Матросова новая детская площадка очень востребована. Рядом стоят 3 9-этажных дома, а детская площадка одна. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».